Что это? Что за жесть? Привет, дорогие друзья! С вами снова Догмаманя, мои собаки Софи и Эйвана. Еще с нами сегодня мишкорги кардиган Маха мраморного окраса, чихуахуа тигровая Мэнни Пенни, кот Чейзи где-то сзади ползает и много других животных и собак. И наши каникулы бабушки продолжаются. В нашей группе ВКонтакте и на нашем канале начался офигительный розыгрыш. Такого розыгрыша еще не было, потому что у нас будет целых 3 победителя, и призы будут на выбор. Про призы и условия розыгрыша смотрите в отдельном видео. Ссылка в описании внизу. Давайте желать всем счастья. Поехали! Привет, Маха! Привет, Муха! Бабасик, которого всем полюбился, птица, Циля. Хана, доброе утро. Ай, красивая Сара. Да, красивая. Отстань от меня, видишь, я занята. Чем? Я стою. Маха великолепное создание, она все время ходит с чем-нибудь во рту. Мах, какую ты игрушку свою старую убитую нашла, да? Привет. Совсем небольшая маленькая собачка по имени Варя. Да? Пойду прослежу, что там делают эти собаки. Собаченьки. Наш ребенок мишкорги кардиган Хара. Варя выросла в семье кардиганов и думает тоже, что она кардиган, наверное. Нет, не думаю я то. Привет, маленький. Ой, отстань от меня. Ты-то уж точно не маленькая далеко. Да ладно, чё ты? Отстань от меня, корову. Сам ты корова. Ой, какие мы нежные. Варя пошла погулять. Клим, почему ты не участвовал вчера в нашем челлендже? А? Привет, маленький. На самом деле с ними веселее, ведь они такие глупые. Кто здесь? Вот она. Бабушка София Эйвана попросила нас дождаться, когда она приедет, и потом мы все вместе сходим к Молле на кладбище к мамочке Софии Эйвана. Вообще кардиганы очень активная, энергичная порода, потому что они пастухи. Есть даже истории, как кардиганы чувствовали изменения в организме человека и спасали жизнь своему хозяину. В прошлом видео мы просили вас проголосовать, кто выиграл в челлендже вельшкорги кардиганов, Ханна, Бобик или Ава. Мы тоже, как и большинство, решили, что победила дружба. Я знаю, что многие сейчас из вас спрашивают себя, зачем она надела шапку, ведь на улице жара. Я не знаю, мне просто так веселей. И, наверное, многие сейчас спрашивают, зачем я держу молоток, да? Мы победим! Просто не успеваем их догонять. Вот мы их и нашли. Фу. Черт, нет. Что это? Что за жесть? А, какая красота, да, ребята? Да, да. Побежали. Ребята, ну давайте бегать еще, а? Давайте бегать, а? Побежали. Жалко, да. Побежали. Циля, ты что, не купаешься? Ну давайте бегать, кто за мной? Побежали! Прохладная водичка, да? Красота! Циля, ты что там сидишь? Иди сюда, Циль! Ай, Цилька плывет! Молодец! Плавает Циля! Ой, кого-то мне придется мыть сегодня! Ну что, никто так за мной не побежал! Птичка плывет! Идемте. Кто лазит по деревьям? У Ханы в детстве было прозвище Хана Ботана, потому что она все время ловит бабочек. Сейчас вы опять быстрее нас убежите. Софи, грязная вообще. Вот так-то. Воля детям побегать. Заяц мой выскачет. Клементи, ты что делаешь? Ты что делаешь, Клим? Что он тут делал? Не знаю. Поэтому, если у вас нет возможности, вы не живете там за городом или на даче, выезжайте со своей собакой на природу. Это будет радость для вас и для нее, для всех. Вот там где-то бежит Циля. Что, в горочку-то вы не такие быстрые, да?
Кто быстрее заползет в гору? Пишите свои варианты в комментариях. Я сейчас поддам жару. Давайте, кто быстрее? У меня порвался слон. Так нечестно! В общем, каникулы у бабушки продолжаются, а вы улыбайтесь, относитесь к жизни с позитивом. И будет вам счастье. Подождите, я бегу с вами. Стоп, зачем я бегу? Просто так? Нет, уж я не побегу. А хотите фильм ужастик типа Хэллоуин? А в следующем выпуске мы с Софи на хозяйстве, и на нее наедет баран. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.